Со мною все мои друзья. Ну что, друзья, активно занятия мы начинаем. И дальше свои ладошки и ручки разминаем. И каждый пальчик работаем, и по ладошке стучим пальчиком. Здравствуйте, ладошки. Где наши ладошки? Раскрываем ладошки. Хлоп, хлоп, хлоп. Умнички. А где наши ножки? По стопочкам постукали пальчиками. Здравствуйте, ножки. По стопочкам побежали, побежали наши пальчики. Здравствуйте, ножки. Теперь топаем. Топ, топ, топ. Щечки. Пальчиками, пальчиками. Здравствуйте, щечки. Плюх, плюх, плюх. Пухленькие щечки, присоединяйтесь, носишь плюх, плюх, плюх. А теперь показываем ротик деткам. Здравствуйте, зубки. И показываем деткам, смотрим сбоку и показываем. Здравствуйте, зубки. Показали. Где губки? А теперь здравствуй, мой носик. Бик, бик. И повторяем. Здравствуйте, малыши! Всем привет! Ну что, нас еще присоединяются, мы разминку продолжаем. И хлопаем в ладоши. Хлоп, хлоп, хлопаем в ладошки, хлопаем в ладошки, хлоп, хлоп, хлоп. А теперь отдохнут наши ладошки. А теперь в стороны отдохнут наши ладошки. Хлоп, хлоп. Сначала тихо. Тихо, 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 тихо. А теперь сильнее. Хлоп, хлоп. А теперь погромче. А громко, 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 похлопали, похлопали. Молодцы, повернули деток к себе лицом, либо на коленочки к себе, на ножки, либо же положили на диванчик. И мы поглаживаем, разминаем, и ручками вдоль тела все-все-все двигает. Наши ладошки тело погладили, погладили. Широко разводим. А теперь вперед их сводим. Широко мы все разводим. И теперь вперед мы сводим. Вверх мы ручки поднимаем. Вниз мы ручки опускаем. Вверх мы ручки поднимаем. Вниз мы ручки опускаем. Еще раз. Вверх. Вниз. Стороны. Вверх. Вниз. Стороны. Себе. И теперь мы ножки наши поднимаем. И шагаем. Ножками шагаем. Маленькие ножки. По дорожке. А теперь перед собой быстро, быстро, быстро. Большие ноги. И быстро ходят по дороге. Еще широко-широко разводим перед собой. Маленькие по дорожке. И теперь быстрее. И маленькие большие ноги побежали, 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 побежали по дороге. Побежали и на велосипед прибежали. И ножки к животику, коленка сгибается. Поехали. Едем на велосипедике. Поехали. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, веселые друзья. В обратную сторону. Нам весело жить. А песенка поется о том, как мы живем с нами, малышей. И перед собой прыгаем. Раз, кота. Мы везем с собой кота. Кота, собаку. И бегу. И поднимаем. А бегу. Над вот упор ладошками. И папу. Учиваем малышей. Вот компания, как
Привет тем, кто к нам присоединился. Привет, привет. А теперь мы с вами дальше поиграем. Ножки к себе прижимаем. И гусей мы повстречаем. Наклоны корпуса влево-вправо. Мамы сидят ровненько, либо стоят, чтобы было удобно. И у нас идут наклоны влево-вправо. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Коленочки прижаты, умнички. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Выходи, наши гуси от бабуси спрятались, поклонились. И по спиночке постучали, 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 помогли деткам. Поднялись, нашли нашу гусь. Спрятались. Постучали, постучали, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, поднялись. И еще раз поклонились, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, поднялись. Умнички, наши мамочки встают и себе нагрузочку дают. Да? Хорошо. И теперь мы малышей берем со стороны спинки захват за бока, за ребрышки держим. Пальчики впереди и сзади обхватывают малышей. И наклоняемся. Малышей наклоняем. Тик-так. Тик-так. Ходят часики. Вот так. Мамы ровненько перед собой. Мамы широко стопочки поставили. Приседаем. Зазвонили громко. Бом. Малышей вверх. Вниз. Бом. Стало радостно. Кругом. Молодцы. Мамы малышей прижимают и себя дальше разминают. Поставили мамы ножки широко. И мы с вами делаем, мамы, вот такое приседание. Мир с ребенком изучаем. Влево повернулись, присели, поднялись ровненько. Право повернулись, присели, поднялись, ровненько, молодцы. И дальше продолжаем. И с мышонком мы играем. Мой сосед хорошенький мышонок загадал желание с пеленок научиться управлять велосипедом и гонять, гонять, гонять за ветром следом. Молодцы, взяли малышей и от себя к себе. На трехколесном велосипеде мы едем, едем по лугам и рощам, едем лицом к себе. Повернули малышей и малыши и наклоняем сами своим ровненько. И нас догнать не сможет забияка ветер на трехколесном велосипеде. Молодцы! А теперь мы самолетики встречаем, с малышами улетаем. Между ножками проводим ручку и деток выкладываем к себе на ладонь. Ближняя ручка, одноименная с нами, левая, указательный пальчик или правая, кто взял, вкладываем в ладошку и фиксируем запястье. И вокруг себя малышей вращаем. На самолете летаем. Самолет построим сами. Двигаемся вокруг себя. Понесемся над лесами. Вперед головушка идет. Поехали, поехали вокруг себя. Понесемся над полями. Вращаемся, двигаемся, 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 двигаемся. И вернемся к папе, к маме. Прислонили деток к себе. Поменяли ручку. И теперь вторая ручка у нас. Только двигаемся, Жень, в сторону головы. Не попа у нас вперед первая идет, а головушка. И полетели в другую сторону. Лети, лети, лепесток. Через запад, на восток. Голова вперед идет. Через юг. Возвращайся, сделав круг. Молодцы. Хорошо. И у кого есть, мы берем большие мячики. Мы фитболы сейчас берем и встали возле мячика. Малышей мы положили на фитбол. В этом спиной.
Хорошо. Немножко покачали. Те, кто у нас без мячика, кто на коленке. Лево-право наклоняли. Лево-право. Лево-право. Молодцы, наклонялись. А теперь мы путешествуем. Отправлялись. Рисуем большой кусочек. От улыбки к мурый день светлей. От улыбки в небе радуга. Держим за тазобедренный сустав. Танечка, ручки. Хорошо. Вот, умнички. И в другую сторону. Поделись. За бедро. За бедро держим. Выше поднимите руки. Да. На лету не перехватываем. И она к себе не раз еще вернется. Молодцы. И теперь от себя к полу наклоняем. И тогда наверняка возвращаемся. Вдруг за наши подруга. И мячик зашеликает ручки. И любого ручника начинает далеко. Ну, а дружба начинается. Молодцы, малышей к себе. Тетя? Да, тетя. Малышей взяли к себе. Посадили перед собой. Взяли наши пальчики на ножках. И каждый пальчик разминаем вверх. На вот. Ножке, где пальчик на ножке? Выпрямляем. Мальчик, пальчик. Где ты был? С этим братцем в лес ходил, с этим братцем любил, с этим братцем торговал, с этим я дрова рубил, с этим кашу варил. Переходим на другую ножку. А теперь все вместе пальчики встречали и хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Лягушечку позвали, коленочки в стороны, протягиваемся стопочками, подтягиваем к лобику. Нашу лягушку приглашаем. Пока, веселая пара. Почесала нам за ушко. Где наша ушко? Там. И за левым ушком, и за правым. И еще раз, и за левым. А теперь две ножки одновременно к щечке. И в щечке нас поцеловала. А теперь встречала. Спинкой укладываем малышей. Можно повернуться лицом к себе, головой от себя. Подтягиваем одноименная ручка-ножка. Между ручкой и ножкой мы вкладываем указательный пальчик и фиксируем запястье и чуть ниже стопы. Как одну ручку, так и другую. Вот в такое положение. Ножки подтягиваем к ручкам, и одноименная ручка с ножкой у нас зафиксированы через булочку. Молодцы. И теперь мы поднимали и жука с вами встречали перед собой. Покачались, покачались. Я на веточке сижу. И смотрит кошка, не поймет, что же это, вертолет? Вот чудная кошка. А друг Тимошка, жук наш летал и обезьянок повстречал. А то положили. Отпустили ручки-ножки и встаем на динамическую гимнастику. Поворачиваем спинкой к себе деток. Указательный пальчик вкладываем в ладошки малышам. Большой пальчик снизу, четыре детки, как будто бы попасть на турничке. Вот в таком положении. Пальчик ребенка должен попасть в вашу ладошку. Вот, вы захватываете вот таким. Четыре пальчика сверху, один снизу. Далее повесим, малыши. Висят у нас и влево-вправо. Мы качаем обезьянки, обезьянки. Все резвятся на полянке. Не пытаться раскачаться. Очень любят кувыркаться. И прыгаем ручки вверх. Палка. Палка, плечик, вот ты вышел, человечек, вышел, вот ты вышел, человечек.
Нагрузка на одну ручку, а если мы за две, потом опять за одну, на ту ручку, которая идет вверх, идет нагрузка веса тела. Две ручки вес тела держит. А что ты не хочешь? Теперь добавим ножик. Получился, получился осьминожек. Молодцы. На запястье к малышам перед собой. Накрываем запястье и, обхватывая большим пальчиком, удерживаем запястье. Как левое, так и правое. Прямой хват у нас. И дальше мы играем. Крестики рисуем. Наши ручки делают крестик ровно. Крестик ровно. Молодцы. Продолжаем мы играть. Обезьянок развлекать. Вот такие обезьянки все резятся на пленке. Полетали, полетали. Дальше с детками встречались. Берем одноименная ручка и одноименная ножка. Вот в таком положении мы берем деток. Работать сначала в одну сторону будем, потом в другую сторону. И качаемся влево-вправо. Так. Сейчас. И вот так. И перед собой вращаем крестик, опять рисуем. Один, два, три, четыре, пять. Будем ручку-ножку мы менять. Повернули деток. Ровненько постояли. И в другую сторону с вами улетали. Поменяли ручку и полетели. Лети, 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 стоп. Через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся на круг. Положили крестик. Ровно крестик. Полетали, полетали. Что там на стаюшку? Молодцы! И вернулись к друзьям нашим. Возвращаемся сюда. Продолжается игра. Повернули малышей к себе спиночкой. Дальше мы с вами играли. Наши пальчики на ручках. Мы теперь щипали. Этот пальчик мамочка. Пальчик каждый. Этот пальчик папочка. Этот пальчик бабушка. Этот пальчик дедушка. Я сжимаем пальчики деткам и разжимаем. Дружная семья. Деткам пальчики посчитали. И на другую ручку перебежали. Перебежали. Мальчик, пальчик, левой ручкой или правую, у кого какая, разминали. Второй пальчик посчитали. Третий пальчик не забыли. И четыре. Пятый пальчик мы сжимали, прожимали. Ой, мы пальчик, какая попка. Разложили. Молодцы. И нашу песенку поем в ладоши хлопаем. Если весело живется, хлопай так, хлоп-хлоп. Если весело живется, хлопай так, хлоп-хлоп. Если весело живется, мы друг другу улыбнемся, мы друг другу улыбнемся, делаем хлоп-хлоп. А теперь ножками работаем. Если весело живется, топай так, топ-топ. Если весело живется, топай так, если весело живется, мы друг другу улыбнемся, мы друг другу улыбнемся, сделав так, топ-топ. Собачок взяли и прыгаем вверх-вниз. Если весело живется, прыгай так, прыг-стоп. Если весело живется, прыгай так, прыг-стоп. Если весело живется, мы друг другу улыбнемся, мы друг другу улыбнемся, сделав так, прыг-скоп. Повисли малыши и вместе поясничкой мы вращаем. На обед всех приглашаем. Варись, варись, кашка в маленькой чашке. Варись поскорее,
хлюпай веселее. Выкручиваемся, хлюп, 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 хлюп. И в другую сторону раскручиваем поясничку. Борись, борись, кашка, в маленькой чашке. Борись поскорее, хлюпай веселее. Вернемся, хлюп, 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 хлюп. Хлюп, 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 хлюп. Молодцы. Лягли к родителям мы на коленочки, ручки вперед. И теперь с друзьями весла мы берем. И как капитаны вперед. Работаем. Он много стран. И не раз пораздил океан. Раз 15 он тонул. Но ни разу даже глазом не моргнул. Ой, подожди, она поет, я ничего не слышу. И я пою, напевал он всю эту песенку свою. Ножки взяли, ножками работаем поочередно. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, вверх потянитесь, поворачиваемся и улыбаемся. Только повторяются моря, молодцы. Мамы ложатся на пол, дальше с мамами играем. И еще немножко маме пресс мы покачаем. Мы укладываемся, куда вам будет удобно, на пол, вон. Малышей кладем себе на ножки. Малышами полетаем еще немножко. 90 градусов у нас у мамы между бедром и тазом. Мы вместе пальчики свои большие положили деткам в ладошки. И поднимаем, покачаем крошку. И до 10 считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем играть еще. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь вперед-назад будем малышей качать. Груди подтягиваем, выпрямляем. Подтягиваемся, выпрямляем. Подтягиваем, выпрямляем. Еще от себя. Малышей поймали. И теперь встали за грудь деток, поцеловали. Посадили малышей к себе на животик. И немножко мы еще вырастаем. И теперь на животике деток мы катаем. Поднимаем вверх таз. Стопы стоят хорошо на полу. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь встали и высоко с горы будем съезжать к маме. Приехали, поцеловали, уехали на горку. Опять. Приехали, мамы таз выше, подняли, поцеловали, уехали. И еще раз. Поехали, поехали, поехали к маме, встретились, поцеловались, уехали. И еще проскакали. А теперь мамы на весу, быстро-быстро на лошадке. Скок, скок, скок. Завершаем наш рук на массаж. Продолжаем, мамы, работаем на массаж. Мы приглашаем наших маленьких ежиков. Сейчас мы повстречаем. Опустились, сели поудобней, малышу положили к себе на коленочки, мамы как самочувствие. Хорошо, молодцы, взяли наши мячики, ёжики, у кого просто делаем полкими такими, ударчиваем, пошлёпываем по спиночке, у кого есть, работаем ёжиком. И вдоль позвоночника, вверх и вниз, полностью малышам катаем. Маленький. Ёжик четвероножек по лесу идёт вот плечика к плечику по шейному отделу будем влево-право. Туфты, туфты, туфты на себе носок несу. Самый по дороге и лесу на поясничку прибежали. И поясничку возле попы покачали, покачали, покачали. И на попу не забывали. И попу покачали, покачали. Все пощекотали, пощекотали, пощекотали. Пощекотали, спинкой к себе повернули. И пошли.
с тобой. И взяли ножку, и по ножке покачали. Ёжик без дорожек, по лесу, и иголка без малины, колется. И другую ножку берем. А я ёжик уеду, ту тропинку покажу, где катают мышки, маленькие шишки. И второй ёжик прибежал, фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр, он нам сказал. И катался. Поворачиваемся к друзьям, к нашим. Да? Ну что, мы, друзья, спасибо, скажем. Друзья, спасибо, спасибо. И ладошкой всем помашем, как я рада вас всех видеть. Вот так, что говорю. Всем спасибо говорили. Спасибо, спасибо. Друзей благодарили. Молодцы, кто здесь занимался, прокручимся. Вот таким здоровым стать старался. А сейчас отдохнем. Да, я тебя. Заниматься придем. Какие вы большие умнички. Мамы, похлопаем нашим малышам. Молодцы. Да? А малыши похлопают нашим замечательным мамам. Обнимаемся, целуемся и до свидания говорим, друзья. Молодцы! Следите за нашими объявлениями. Мы постараемся запись выложить также еще на канал YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем на следующих занятиях. Спасибо большое. Пока-пока.